говорить именно о рубеже, то ну, Олимпийские игры выиграть, это, конечно же, самоцель, но опять-таки это тогда уже не рубеж, если говорить о конечном исходе. Наверное, каждый раз побивать свой личный рекорд и приближаться к мировому, наверное, здесь уже более высокая цель. Конечно, безусловно, потому что это очень-очень важная и неотъемлемая часть на каждом из стартов, поэтому если всегда будет точный замер, то это всегда плюс. Ну, на самом деле, то, что она издалека, мне так не кажется, потому что мы достаточно быстро и легко находим общий язык со всеми сотрудниками Сейка, и мне на самом деле очень легко с ними общаться, даже несмотря на небольшой языковой барьер. И один из последних визитов в Турции, да, и с представителями Сейка там, было вообще прекрасное времяпрепровождение. Я себя чувствовала, как будто в компании своих друзей. Сейчас, наверное, больше вот это.